Парни, поздравляю вас с победой. Одолели военную академию связи в 1/4 финала Кубка СФЛ. Расскажите ваши эмоции по этому поводу. Ну, мы очень рады, что преодолели 1/4 и смогли как бы лишить соперника моментов и нейтрализовали их. Есть что добавить? Ну, в целом очень хорошо отыграли, что мы, что соперники. Просто в первом тайме нам чуть больше повезло, во втором тайме мы чуть присели. Ребята нас просто катали, ну, видно, мяч просто не шел в ворота. Ну и на контратаках мы могли забить гол, но у нас тоже не получилось. И именно поэтому все решилось в первом тайме. Да, как раз именно в первом тайме вы сделали окончательный счет. Именно это был ваш какой-то настрой, или вы обсуждали так, что сразу с первых минут будете вступать в единоборство, или это просто такое стечение обстоятельств? Ну, мы, в принципе, всегда стараемся задавать свой ритм, чтобы не мы подстраивались под соперника, а они под нас. И просто играли в свой футбол и доминировали на поле. Ну, в принципе, все сложилось, как мы и хотели. Мы хотели, мы высоко начали встречать ребят. Они, наверное, этого не ожидали. И мы реализовали, опять же, свои моменты. Они сделали столько же моментов, просто их не смогли реализовать. Парни, с кем предпочтительнее сыграть в полуфинале? Мне кажется, вообще без разницы. Но я хочу Shadow сыграть. Взять реванш? Да, потому что мы в чемпионате им также игра была вязкая и уступили 2-1 вроде. И тем более они тоже с Лезгов-то. Я думаю, получится поинтереснее матч, чем со Snow Kids. Ну, в принципе, интересно было бы посмотреть на банку тоже. И все, в принципе.